телеведущий Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, утверждает местное издание «Вести». По информации журналистов, новый паспорт Шаумен получил в аэропорту Бен-Гурион накануне, 10 июня. По информации журналистов, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. При этом издание подчеркивает, что у него нет информации, ограничится ли Ургант получением паспорта или же может сменить место жительства. Сам Ургант официально слухи о новом гражданстве пока никак не комментировал. Иван Ургант родился в 1978 году в Ленинграде в семье актеров, народной артистки РСФСР Нины Ургант и заслуженного артиста России Льва Мелиндера. Окончил Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. В разные годы Ургант работал на Пятом канале, Русском радио, Хит-ФМ, МТВ Россия, НТВ и телеканале Россия. В настоящее время ведет передачи на Первом.